Настя на Енисее. Владельцем TikTok является китайский стартап ByteDance. Его основатель Чжан Иминг – молодой 36-летний предприниматель. Компания создала 4 приложения для мобильных устройств, но самым популярным стал TikTok. Аудитория тепло приняла разработку. В сети регистрировались современные китайские знаменитости. Появился свой формат, локальные звезды и мемы. Приложение использовало более 600 миллионов человек, или 80% населения всего Китая, использующего интернет. Из-за схожести формата китайский стартап принял решение выкупить Musical Ly и объединить его с ТикТоком под единым названием. На тот момент выкупленный проект имел аудиторию в 5 раз меньше, чем ТикТок. Но объединение стало ключевым событием в истории стартапа, и география зрителей резко возросла. Сейчас ТикТок знает каждый, но главные звезды тут дети. Они проводят большую часть своего времени в ТикТок-хаусах. Первый тиктокерский дом Hype House появился в США в 2019-м. Его основал блогер Томас Пи. По сути, тиктокерские дома – это такие же реалити-шоу. Кто-то устраивает кастинги, кто-то приглашает друзей, иногда участников выгоняют, иногда они уходят сами. Жители тикток-хаусов не выживают, они борются за какой-то приз. Они строят отношения и сообща делают контент. Например, снимают клипы, пишут музыку и, конечно, выкладывают видео в тикток. Главная цель любого из блогеров – прирост подписчиков. Их средний возраст от 13 до 24 лет. И в каждом таком доме живет по 10-15 участников. У каждого из них от 1 до 5 миллионов подписчиков. А главная задача авторов – сделать ролик, который люди точно досмотрят до конца. Тогда видео попадает в рекомендации, и тиктокер сможет монетизировать свой талант.